Когда является обязательным совершение гусля, большого омовения? Ислам аль-кафир. Иза аслам аль-кафир йахтасиль. Если человек принимает ислам, то он обязан совершением большого омовения. موت غير الشهيد اي مسلم يموت لابد يغسل الا الشهيد смерть мусульманина любой мусульманин который умирает кроме шахида его обязательно надо помыть полностью المرأة اذا طهرت من الحيض والنفاس لابد ان تغتسل женщина когда очищается от менструальной крови или же после родового кровотечения обязана совершать большое омовение الرابع الجناب يعني اذا جامع Четвертое это джанаба, то есть если человек совокупится, или же если из него выходят сперматозоиды, независимо от того, он был спал, то есть когда вышли из него сперматозоиды, или же не был спящим, он обязательно должен совершить омовение. Валлаху а'ляму.